Значит, чем нужно мазать бутербродики, друзья, чтобы найти немецкие каски. Вот сейчас у нас эксперимент. Взяли небольшую баночку черной икры от нашего спонсора и комараду, который оснащает, закрывает нам все вопросы по питанию походному. Вот. И я думаю, что вот сейчас мы ударим по бутербродику, и пойдут немецко-румынские каски. Это минимум. Сейчас глянем. Давайте же глянем.